Ай, Мелиса, такая Мелиса. Герой щита за 30 минут. Заколебали эти карантины, еще пойду нахуй в библиотеку, мне похуй. Ну-ка посмотрим. О, нихуя! Ой, пацаны, нам пизда, не знаю, что делать, помогите нам, пожалуйста. Как мы сюда... Отказываюсь! Я тоже. Хочу награду. Будет вам награда. А, ну ладно тогда. То есть им вообще плевать, как мы тут оказались. Короче, я тут всем заправляю. Хочу знать ваши имена. Еблан первый, еблан второй. Зубенко Михай. Ну, а я на уфу. Я ничего не слышу. Короче, наш мир скоро накроет. Давайте делать что-нибудь с этим. Что это с ним? А что насчет награды? Будет вам награда. А, ну ладно тогда. Я так понимаю, им вообще посрать, что дадут. Ладно, пиздуйте свою комнату, завтра выдвиньтесь. Мы походу в игре, пацаны. Похоже на Саки онлайн. Не-не-не, это, короче, мастер залупы. Вы совсем тупые, да? Это ж та игра, в которой одного чела будут гнобить всю историю. Вот вам помощники, короче. А ничего, что... Щит не нужен. Не нужен? Господин щит, я пойду с вами. О, прикольно. Все, пиздуйте качаться. В общем, меня зовут, сука... Ёбаный шваб... я имею в виду Майн. На Фуми, дай лапу. Так, для начала нужен шмот. Шмотки нужны, выбирай. Вот это мне напоминает... Ай, ладно. Чё за... Видимо, я могу использовать только щит. Ладно, короче, вот этот кусок говна возьму, погнали качаться. О, купи мне вот это! Сколько за это? 5920! Слушай, а может что-нибудь подешевле возьмем, а? Ой, да ладно тебе, если я это получу, то стану сильнее! Ну ладно тогда. Ну, за работу. Шутка. А где моя броня? И все остальное? Майн, проснись, мы обоссан! Это вы герой щита? Так-то я, но... Покоим его, ребята. Что? Какого хрена? Этот негодяй набросился на меня ночью, потом такие вещи вытворял! Ты что тут несешь? Не было такого! А ты схуяли в моей броне? Ну, она мне подарила. Ну ты тупой щит. Как так можно? Ух, непростительно. Какого хуя тут происходит? Да... Неужели ты... Ты меня обманула! Как такое вообще возможно? Какой негодяй, как у него вообще язык поворачивается? Нахуй вы упрежали, он ж тупой, точно он ж тупой. Ой, братан, правду говоришь? Какого черта мне никто не верит? Раз вам не нужен щит, верните меня в мой мир и призовите себя другого! Хочешь убежать, как это низко? Ой-ой-ой, как непростительно. Я бы с радостью, но чтобы это сделать... Я прям переживаю все вот эти бесячие моменты заново. Второй, третий раз. Вы должны разобраться со всеми волнами. Ой, нахуй, дядя, я один буду качаться. О, пацан, дай-ка я тебя... И ты туда же. На, у тебя такое лицо было, как будто тебя наебали. Сколько это стоит? Заткни ебало, иди качаться. Нахуй, тебе тоже! Ух, сука, я не разобрался на нахуй! Как я без оружия вообще что-то сделаю? Я знаю, как вам помочь. Пиздуйте за мной, пожалуйста. Я работорговец. И нахуй они мне? Рабы никогда не предадут своего хозяина из-за заклятий на них. Ну хорош, титьки мять, выбирай уже. Вот эту мне заверни. Ну ты шалун. Чё за... Печать для повиновения. Твое имя. Извините, пожалуйста. Имя! Рафталия. Ну ты даешь, чел. Давай вот только без этого. Подбери что-нибудь для нее. Говно вопрос. Воткни его. Что? Воткни, говорю, глухая шаль! Теперь ты моя правая рука. Но сначала есть хочешь? Левая тогда. Да, ладно. Да, пизди больше. Эй, пингвин, я их опимила, мне что-нибудь съедобное. Господи. Хозяин, а как вас зовут? Наофуми. На, пей. Кашель должен пройти. Горькое. Пей, я тебе говорю. Чувак, где тут денег можно заработать? В шахте, ну, я бы не советовал. Хозяин. Да не ссы ты, нормально все. Бу! Рафтали, воткни его! Нет, я не... Фас, блядь, фас, ну ты заебал тупить, ну сколько можно? Чё, блядь? Воздушный щит! Это, короче, мой новый скилл, которому научился 2 секунды назад. Ебаш! Господин Науфуми! Ну чего ты? Не смей умирать, скотина! Ты бы еще душлан свой в баю не выключал. Рафталь, ты что, на анаболиках сидишь, что ли? Смотри, как вымахала. Откуда я знал, что еноты так быстро растут? Так тебе доспех нужен? Откуда я знал?
зачем ему этот... О, Фомка, ты прям как вор! Ну чё, готов к волне? Какой волне? Ульва, встали, съёбывайте нахуй отсюда! Мы не можем съёбывать, это наш дом! Ты давай мне вид не портишь, что я что-то делаю, да? Какого... Ну чё, нормально мы вас накрыли? Сейчас посмотрим, как тебя накроют. Что? Ну чё, штанишки уже пора менять? Рафталия, фас! Не говорите мне так! Ой, какие вы у нас молодцы, пацаны, всех защитили! Если б не награда, мне б тут вообще не был, долбоёб. Господин Нафуми, а вы не... Нет. Да ладно вам, откройте ротик. Я не голоден. Рот открой, сука! Вот, другое дело. Слышь, го пиздиться! Смотрите-ка, петушок раскудахался. Рафталия рабыня, да? Иди нахуй. Петух хочет попиздиться, а ее и забираю. Тебе чё, зубы жмут, пенсия? Деритесь. Ладно, окей, лови. Так нечестно. Соси молча, черный щит. Ах ты, копье крысы. Петуша, то есть Матаясу победил. Стоять. Твоя швабра вмешалась в бой. Давайте еще вы скажите, что ничего не видели! Я ничего, а ты видел? Нет. Неужели они тоже? Не бомбит у меня, не бомбит! Красава, пиздобол, ни разу не подстава. Именно так, папочка! Так этот пиздоглаз с ней заодно. Ну тупой щит, нах вы призвали, он ж тупой. Да и вы посмотрите на него, это ж какой-то кусок щита. Вы ебете мне мозг только потому, что я ебучий щит! Чё ты дёргаешься, мы тебя спасаем вообще? Нет, Рафталия. Решили меня всей страной поймать? Превосходно, прекрасно, тогда вас сам поймёшь! Ветка проклятия открыта, все условия выполнены. Ты ёбнутый, что я просил, чтобы вы меня спасали. Но он же с тобой плохо обращается. Нормально, он выкупил меня у работорговца, вылечил, накормил и научил сражаться. Это чё, плохо, что ли? Но... Тупо. Ёбну, бля! Господин Ау... Юля... Тебя освободили! Катись! Ну, давай мы пропустим этот успокоительный бубнёж. Краткий пересказ ведь? Ну, ладно тогда. Окей. Какого хрена ты опять маленькая? Ты просто головой тронулся. Окей. Итак, первый гондон получает 4000, второй и третий по 3. А щиту я ракушек насыпал. А ты не приход... Забей болт на них, Нафуми. Пусть у него хоть какой-то появится. Ха-ха, неплохо. Немножко пощип... Неплохо. Беда, тебе не привыкать. Новая печать готова. Это было обязательно? Я тебя уважаю! Это не вопрос. Понятно. И вообще, господин Нафуми... Как я вам? О, какие тут иконки, прикольно. Господин Нафуми, если пих-пих уже было, дам 20 золотых за нее. Не было! 30 золотых! Нафуми! А это что? Киндер-сюрприз. Какого черта они так быстро растут? Филориал, значит. Ну, пусть ее зовут Фиро. Оригинально. Так, все заткнулись, нахуй, теперь мы тут заправляем. 5000 въезд, 5000 выезд, 10000 пукнуть, 20000 выпукнуть. Че, сама нахуй выпукнешь. О, геморрой считал, еще как начну из тебя корчить, еб... Читаника. Ладно, устроим гонки. Если щит победит, то мы оставим деревню, а если... Погнали нахуй. Изи. Изи. Что, блядь? Вы спасли нашу деревню, как нам вас отблагодарить? Нормас, мы так повозку спиздили. Нафуми? Что, уже утро? Не-не-не-не! Беги сейчас. Доброе утро, хозяин. Хуй смотришь? Накрывай поляну. Чувак, это уже перебор. Да-да, подбери шмотки для нее. Я бы подобрал, но она их к хуям разорвет. Портной напротив делает неразрывные платья. О, братан, сейчас все будет! А теперь ты отработаешь все, что на тебя потратил. Герой Копья нам тут дерево недавно плодородное посадил. Оно как бы нас хавать начало. Вот пускай тот дегенерат сам это разгребает. Мы вам заплатим! Кого убить? Понятно. На, плесни в него. А, куда? Хуй ты там улыбаешься, нахуй? Да. Эй, мне похож на Нафуми. Мои фирменные саки, зацени.
Неужели так плохо? Ой, спасибо! Ебало твои волосы, что сама расчесать не могла? Надо какой-нибудь редкий камушек для Фомки спить, и так вот дочь-то будет моим. Че, подарок для нового Фоми ищешь? Ааа, я первый хуй сосед! Стоят! Ой-ой. Чё, бля? Нормального подарка мы не нашли. Ну, хоть его продадим. Во, это тебе! Молоток. Ну, хоть не носки. Не едь в ту деревню. Зачем? Просто не едь. Эй, я на Фуми. Чего у вас тут происходит? Герой меча дракона воткнул неподалеку. А он сгнил к хуям и всю заразу на нас дуло. Да, умер мужик. А нет, не умер. Наелся и спит. Умер. Фиро, стоять! А, что? Фиро, тупая ты... Опять это... Вообще-то грустный момент, я чувство. Плакал. Чувство жжения. Эй, чувак, хочешь немного силы? Кто ты? Да ладно тебе, я же знаю, что у тебя бомбит. Бомбит. А, бомбит! Не бомбит! Бомбит! Да не бомбит у меня! Не бомбит. Он просто кажется! Не бомбит! Тихо, тихо. Все хорошо, ни у кого больше не бомбит. О, Раф, туалет, это ты? Нет, это Пол. Эй, ты чего? Ну надо же как-то атмосферу накалить. А, ну. Что я пропустила? А как же кровь? Да я просто ягодами объелась, вот меня и вырвало. О боже. Малорик, вот тебе... Вылечи Раф Талию за эти деньги. Кто-то на нее такую ебалу напустил, хуй вылечишь. Короче, святая вода нужна. Пиздуй-ка ты в город за ней. Фом, зырь чё? Фом? Сука. О, какая пицца большая, хавать будешь? О, без... Пицца. Базара, братан! Меня Мелти зовут, а тебя? Фиро, давай речь, у нас тут краткий пересказ вообще-то. А могу я с вами... Ты кто вообще? Я это, ну... В общем, потерялся, блядь, ну хоть тут непонятного-то! Вы вроде в столицу собирались, может, подвезете меня? И за праздник передаем. Ой, спасибо большое, что подвез... Так, видимо, это здесь. Господь, Господь, Господь... Чего тебе? Воду святую. Бабки вперед! И чё за кисель под крана? Аллах тебя сейчас накроет нахуй, если нормально воду не принесешь. Ой, простите, боже! То-то же. Аллах, бог наш, царь, ух, ебаться! Слышь, сука! Ты чё делаешь, кретин? Смотри, ка мне нахуй, бам их ты, бау нахуй! Стоп! Тут дуэли запрещены нахуй. Уже нет. С этого момента дуэли тут разре... Ты чё тут... Пасть свою закрой, герой копья, осмотрись. По башке себе своим копьем постучи, а тебе сестра пизду вообще вставит? Так. Сестра? Фом, перетереть надо. Чувак, это уже ни в какие ворота. Ну я же просил, ну. Так вот, как ты уже понял, я из королевской семьи. Разговор окончен. Но... Ебало завали! Ой, извините, пожалуйста, вас король зовет. Ну ладно. Мэл, наш король долбоеб, щиту мозги сушит. Порешай там всех, у меня какие-то там дела. Без базара, мам. Фом, ты чё выгнал-то? Я запрещаю тебе играть с ней. Но почему? Чувак, чё у меня за звезда около уровня? Эй! Сходи к часам песочным, класс повыси, чтобы левел дальше качать можно было. Чё качать будешь после повышения? Не знаю, лучше вам выбрать. Не-не-не, сама думай, после волн тебе тут ещё жить надо будет. А вы... А я съебусь. Нам запрещено повышать класс щита. Я тебе сейчас срать запре... Ладно, уходим. Фом, ты и вправду уйдешь, когда все закончится? Ну... Эй, так нечестно! А? Ты тут на Фоме глазки строишь, пока я сплю? Ничего я не строю! Ай, блядь! Давно не виделись, не дай, Эгман. Ты чё, блядь, не пали меня? Ты класс повысить можешь? Ты долбоёб, что ли? А чё, на часы похож? В соседней стороне стоят такие же. Двигай туда. Господин щит, тут лучник один революцию устроил, а мы из-за этого ща хуй без соль доедаем. Рафталь, накрывай поляну. Ой, спаси! Нормальная хуйня. Кто-то ворует нашу награду за квесты. Это ведь ты, да? Вместо одного говнодава на трон ты посадил другого. Да еще из-за этого жители по пизде пошли. А что насчет облаговония дракона, которого ты убил, рядом всю деревню накрыло? Я всю вашу хуйню разгреб, вот и награду себе забрал. Имбецилы. Блять, опять это хуй... Гуччи флип. Хуйня. Тупой, да, надо скелета сначала свалить. Сам тупой, надо кракена сначала.
Ёбнутый, бля. Рафталия, тень, фас! Может, уже хватит мне такие команды давать? Клинок Санины! Стрела нихуя! Копье... Да! Да? Никакого нет. Блядь! Так, Рафталия, я использую щит гнева. Бля. Только не говори. Бомби! Не бомби на меня! Фом, я твой эспумизан. Да, точно. Я типа должен их защитить или что-то такое? Опа, опа, какой интересный момент. Из-за того, что следующее событие блокирует, я объясню их в слайд-шоу. Итак, на Фом кричит «Железное дело!» Прилетает та самая тетя, пойманная в шарик монстряка, поднимается к ней и... Все, монстряки больше нет. Такой момент был интересный. Тьфу. Что? Еще один? Так долго возиться с этим дебил... ладно, неважно. Меня зовут Глаз. Но друзья зовут меня Пиздец Героев. Чё это? Кого тут пиздец собралась? Тюремный щит! Фиро! Да, вопрос. Хуйня какая-то. Да. Моя очередь. Сейчас я тебя... Ой, время закончилось. Пока. Спасибо тебе, конечно, но я все еще хуесос, а сейчас начну тебя допрашивать. Давай выкладывай, откуда у тебя такая сила? Отсоси. Ах ты, черпенти, наебаться хочешь? После волн я съебусь отсюда. До тех пор мне не мешай. А если я трону твоих... Если тронешь, я твою троголку так глубоко засуну! Щит! Ты чё, реально ему это сказал? Ты красава, мужик. Да. Чё, к часам поедешь? Угу. Ну, не помрите там по дороге. Спасибо. Люблю поездки. Тут так... О, Анафим, вот ты где! Спокойно! Господин герой щита, пожалуйста, вернитесь и... Ни за что! Прошу, помиритесь с королем. Отказываюсь! Господин Нафуми. В атаку! Чил, ты ебанулся? Он похитил принцессу! И зачем я спрашиваю? Раф, Фиро. Гану вопрос. Я заебатый монтаж, пацаны. И вот эта вот хрень сейчас крутит по всей стране. Мы уезжаем в соседнюю страну Мелти. Чё делать будешь? Поговорю с отцом. Тебя убьют, тупая ты... Господин Нофуми. Если пойдешь с нами, я тебя защищу. Ну ладно тогда. Тихо, тихо, чтобы нас не заметили. Чё ты орёшь? Вот они! Отпусти её! Мы про тебя всё знаем! Он меня защищает, идиоты. Чё, серьёзно? Ой, к такому повороту меня жизнь не готовила, пацаны. Не верьте ему, у него щит, промывающий мозги. О, тогда нормально все, да. Отдай нам принцессу, ее никто не тронет. Раз так, то... Точно, точно, мы ее и пальцами тронем. Съебываем. Не так быстро. Пламя, суки. Ой, я не понимаю, что происходит. Огонь шлюхи. Ой, я тоже не понимаю. Атакуй ты демона. Прикольно. Вперед, пацаны! Здравствуй, осмелюсь сказать, герой щита, осмелюсь сказать, пиздуй королеву, осмелюсь сказать, сказать осмелюсь... Я понял, но зачем? Надо. Ясно. У твоей сестры до такой степени подгорело, что... ладно, королеве так королеве. А здесь довольно много нелюдей. Тут живет один барин, который хорошо к ним относится. Но можем ли мы ему доверять? Конечно можете! А еще вы можете укрыться у меня на хате, пока вас разыскивают. Укрылись, ёпта. Мэлди, расскажи-ка, где прячется тот чел в зеленой фуфайке? Он убежал. Точно? Да. Ну, вообще-то нет. Но, в принципе, да. Ну, хорошо. Садись к нам в карет, мы отвезем тебя домой. Ой, спасибо вам большое. Тупая ты залупа! Что будем делать? Если не скажешь, где щит, я тебя... Чё за... Господин, к нам вторгся! Я опять что-то пропустила. Ты вправду думал, что я тебя не найду? Что я тебя не уничту? Нафуй, кончай выёбываться. Воздушный щит. Нафуй!
грустненько. Воу, нихуя, чё так пугало? Вот это сдох чётко, ебать. Ты чё зависла-то? Тот чел. Здесь он держал меня и других чуваков с моей деревни. Привет, пацан, мы тебя спасаем, пацан. Особо внимания заострять на тебя не буду, у нас тут хронометраж. Я пойду гляну, жива ли моя подруга. Господь, господь, господь. Это грустный момент. Не буду смеяться. Вау, он не умер. Помоги, пожалуйста, покарать этого щип. А, нет, умер. На, вот эту хуйню забери, а мы это, ну, как его... Съёбываем отсюда! Приехали, блин. Ну, чё за хуйня? Да, давай не будем тянуть, ладно? Герой щита? Ну, типа того. Я королева филариалов, Фитория. Перетереть надо. Слушай, либо ты миришься с героями, либо миришься с героями. Давай, выбирай. Они всем стадом против меня прут. Как ты это себе представляешь? Меня не ебет. Поодиночке вас на фарш пустят. Ты хоть свою невиновность пробовал доказать? Ну... Баранки гну! Давай не буду тянуть хронометраж, а ты совсем помиришься, ладно? Слушай, а почему ты с такой силой сама не разберешься? Тебя ебет? Вот именно. Черт, вот стража именно. На границе. Что будем делать? Эй, я на фумич. Да, петушара тут как тут. Мало того, что ты промыл мозги Фиру и Рафталии, так ты еще убил Лука с мечом! Это кто ж тебе такой умный это сказал? Угу. Ясно. По-моему, вам стоит немножко попиздиться. Фиру, Мэл, смыть их нахуй отсюда. Не даст. Я не могу проиграть. Помолчи-ка немного. А куда пропали солдаты? Фир, ты чё? Хозяин, призови все свои щиты, срочно! Зачем? Жопу чу, хозяин, давай быстрее! Да. Тюремный воздушный щит! Значит, этот скилл 3 дня всем селом кастовали, а вы до сих пор на ногах стоите? Уважаемый понтифик. Ты совсем ебанулся вообще-то, мы тут были! Вас поработил демон щит. Что? С чего ты взял? Аллах так сказал. Я чё-то не понял, вам что, сложно упокоиться? Кстати, я собираюсь убить двух наследий, чтобы самому занять престол. А еще убил меча и лука. Не знаю, зачем я вам все это говорю, но что-то мне подсказывает, что Аллах так сказал. Чел, давай по делу, а? В общем, Христос воскрес. Не. Нет, ты извини меня, пожалуйста. Ты оборзел, что ли? У меня пушка сотого уровня. Какого хрена тебе вообще урон не наношу? Все две вообще. Вы живы? Мы-то да, а вот твой мозг явно нет. Слышь, ваше святейшество, либо ты прекращаешь, либо через пару минут королева тебе этот посох кое-куда засунет. Королева? Сюда идет королева? Не ссать, пацаны! Аллах с нами! Сейчас все 4 героя выступят единым фронтом. Так, Мэлти, баф на меня кинешь? Угу. Фиро, пизды пока дойдаешь. А ты на хлопни для храбрости. Науфуйм, ты чего? Вы мне нахуй не нужны. Но... Время объединить. 2 идиота, которые жителей на шашлык пустили, и 3, которых с голыми задницами оставил. И все 3 на волне хуй пинали, вообще не вдупляя, что нужно делать. Да еще и все грехи человечества на меня вешали. Да. Вот теперь ебитесь сами. Это ты виноват! Нет, это ты виноват! Того, блин, виноват! Пока вы там пиздили, я уже все зарядил. Великий собор! Мы вообще его бить должны. Ай, я нас фу! Сорвайся, пацаны! Потанцуем! Чё у них там происходит? Ледовый бан! Что? Добей его уже. Ладно, ладно, теперь серьезно. Щит гнева, активация! Поджигайте снайпер на клеп цели! Что это про кару грешника, жертвоприношение дракона? Ебал я этот текст сразу к делу! Кровавая жертва!
ты выебался? Это еще не все? Ты ведь знаешь, что это значит? Нет. Да. Нет, вырубите музыку! Нет! Ты уже мертв. Что? Офигенно. Ваш собор был уничтожен! Вам всем пиздец! Науфуми! Ну подумаешь, пару литров крови потерял! Науфум! Мы пришли сменить бинты. Осмелюсь сказать! Королева на хате. Смотрю, вам лучше? Спасибо большое, что вылечили его! Не-не-не, говно вопрос. Всю работу сделал щит. Ну и где ты была все это время? Скажем так, наш повернутый король призвал 4 героев за место одного. Остальные должны были быть в других странах. А я все это время тушил пердаки государств, которые не получили своего героя. Жду вас завтра во дворце. На торжественном вручении пиздюлей королю и Мэйн. Любимый момент. Щит разум починил! У него нет такого навыка. Так как Майн пиздит 24/7, я нанесу ей рабскую печать, которая не позволит ей врать. Вот теперь можно начать. Первое. Король в сговоре с церковью героев чуть на фарш не пустил. Второе. Кое-кто пытался убить Мелти, чтобы быть первой наследницей престола. Ты, братан, так не говори! Третье. Король положил болт на все остальные страны и призвал всех героев здесь. Да это, короче, чтобы защиты было больше! И вообще, я щит хотел Майна насиловать! Майн. Пытался ли щит изнасиловать тебя? Конечно, пытался! Нихуя у них там движуха. Да вы не понимаете! Я ссорил героев ради нашей страны! Казнить обоих. Господи, щит, спасите вас, пожалуйста! Щит, блядь, ну спасай, нас ты заебал самое время! Стопэ! Заслуживают ли эти чмошники такой легкий конец? Фу, блядь. Есть идея получше. Майн всю жизнь буду называть шлюха, а короля гандон штопанный! Мы ушли. Мам, ты чё? Если б не Науфуми, откинулись бы как минимум трое. Так вот, о чем это я. Недавно открыл зону ускоренного кача. Что предпримете? Я не знаю. И я. У меня тоже мозгов нет. Не догнали, да? Тогда так. Если на следующей волне все будет так же, все, кроме щита, дадут ёбу. Я тебе говорю, да ты виноват! Сам ты виноват! И ты на меня не газуй, да? Тоже едете качаться? Я Ларк, а это Тетрис. Науфуми. Ну ты, братан, шутник, конечно. Чё, щита косплеишь? Ну, я как бы есть. Шутник. Ты уж псевдоним-то другой подбери себе. А чё так? Да щит тут еще агузок казнит, кого попало, а ты, как я вижу, парниша ровный. Ай, хуй с тобой, не хочешь имя говорить, не говори, я тебя как-нибудь сам назову. Эй, нахуюми, будешь с нами качаться? Варежку закрой, конечно будешь, тебе на лбу написано. Так, нам нужен план. Эх, ебите мне семеро! Эй, подожди! Оба, волна. Я так понял, этот босс плавает под нами. Не продолжай! Подпиздил, доволен. Слышь, братан, у нас есть опарыши. Опарыши нихуя. Давай, санная крутилка! Оп, пацаны, мы за наградой. Какой награды вы нихуя не сделали? Ты чё тут? Чё за... Я понял, что ты щит, братан. А пиздить зачем? Короче, мы из другого мира, и чтобы его спасти, мы должны убить этот. Зачем? А хуй знает. Погнали, пиздиться! Ещё не объяснили, зачем. Какие же вы тормозы, пацаны. Вот так надо. Бам! Бам! Да, жоп ты отрастил, конечно. Так, пацаны, это залупа моя, зовем те двое. Давай, нападай. На, щит пожирателя душ! Я чё-то не понял! В общем, мне лень с тобой разбираться, и поэтому я просто доведу себя до полусмерти. Что? Что-то про кару грешника! Науфуми! Жертвоприношение дракона! Не надо, Науфуми! Ебал я этот текст! Совсем! Сразу к делу кровавый же! Эй, зацени, батя, самогон! Какой нах самогон? Ой, опять время вышло. Да, от героев ничего ждать не приходится. Надо бы союзников найти. Дорогой хозяин! И нах ты утопиться пыталась? Меня в
выгнали из пати лучника. Вот как кстати, а? Зачет на самогон был, будешь для меня готовить. Забираю тебя к себе. Правда? Нет, по приколу сказал! Ну ты индеец, Фом, проси, что хочешь. Теперь это село, собственность на Афуме. Что? Ты купил мою деревню? Здесь будет наша база. Вот тут вот лодки, короче, для рыбалки. Вот тут сейчас старушка со стремянки ёбница, которая в перескале тактичной стороной обошел. Мы быстро все отстроим. На Афуме. Я ж, сука, знаю, зачем все это! Не бросай меня на Афу! Ну ладно. А, что? Я тут подумал, в своем мире я все равно был хрен пойми кем, а тут даже поинтереснее будет. А раньше ты не мог отстать! Эй! Я вас по всей деревне ищу, а вы тут вот чем занимаетесь? Вот вы суки! Вот так и не заканчивается еще одна история. Ну не падайте духом, в этом году второй сезон будет. Кстати, манга очень разнится с аниме. Если хотите прям подробно все изучить, то вы знаете, что делать. И вопрос, который волновал миллионы. Где ты, сука, был эти 5 месяцев? Все очень просто, мои дорогие. Сессия, затем ЕГЭ, затем вступительные испытания. Как и у Наукуми, у меня тоже были трудности. Не смешно. Да это первое аниме в 25 серий, которое я пересказал. До этого были по 10-12. Вот. Но тем не менее, вырезал кучу информации, оставив только самую важную. Ну и персонажей хотелось раскрыть, конечно. А еще не спеши выключать видео, в конце что-то будет. Ну и по традиции, что я должен сказать, а? Подписывайтесь или не подписывайтесь, жмите там что-нибудь, до скорого! Эй, пингвин, мне Хэппи Мила, блять, не на... А тут пацан опять проиграл. Ой, пацан, ну ты даешь, ты, наверное, тупой пацан. Детка, проклятие открытое. Почему так тихо, блять? В соседней стране стоят такие же, двигай туда. Клинок Санины! Стрела нихуя! Копье... да! А, нихуя себе! Так, Рафтали, я использую щит гнева. Мало того, что ты помыл фи... Ты правда думал, что я тебя не найду? Что я тебя не вычту? Недавно открыла зону ускоренного кача. Что предпримите? Вот это... Ёбанэ. У меня там за окном льет сильно. Ау, угарно было, капец. Я все вспомнила, наконец. Я некоторые моменты прям забыла. Особенно эта вот девка, если на волосы в конце. Там она что-то, может, сыграет важное, может, ничего важное не сыграет, но я все равно буду помнить. По крайней мере, что она была. А то как-то неловко получается забыть ее. Блин. Очень угарный видос, очень угарный, конечно. Лайк обязательно. Такие старания. Такой угар вышло. Конечно, лайк надо поставить. Всегда лайки ставьте. Это важно. Лайки, комменты оставляйте. Don't say you're